Это партизанская группа, которая действует в Питере. Но, к сожалению, больше ничего я сказать не могу, потому что они сами должны решить, когда и что они про себя скажут. А акция готовилась достаточно давно, целенаправленно. Она имеет сугубо внутрироссийское происхождение. Сейчас идет война. В войне надо победить. Трогать мирных граждан ни в коем случае нельзя. Но любое насилие на войне в отношениях тех, кто помогает противоположной стороне, является законными целями. До пропагандистов это доходит, но еще, на мой взгляд, это не вполне дошло до чиновников, что они тоже являются целями. И то, что на данный момент там вот уже там два действия, которые было совершено, что они оба касались там пропагандистов, это не означает, что до государственных чиновников не дойдет очередь. Дойдет.